Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня зовут Дмитрий Слепцов. Начинаем наш аналитический обзор трендовой торговли «Взгляд в будущее». Если меня видно, слышно, пожалуйста, поставьте плюсы в чат. Если не получается плюсы в чат, нужно зарегистрироваться на сайте, войти в личный кабинет, тогда сможете ставить плюсики, задавать вопросы. Если по ходу нашего аналитического обзора у вас возникают какие-либо вопросы, то тоже задавайте их в чат. Я буду их видеть, сразу на них отвечать по возможности. И также в конце пройдемся по тем вопросам, которые возникают, и на них ответим. Давайте приступим к нашему анализу движений, которые сформировались за текущий период. Так, все, плюсики пошли, значит, все работает. Отлично. Итак, для начала евро-доллар. Вот сейчас у нас 10.30. Смотрим 10.30 вчерашние. Так, у нас получается 6. 10.30. Вот здесь мы находились. Вот. Евро-доллар пошел ниже нашей трендовой средней, то есть показал, что возможно у нас будет формироваться нисходящий тренд. При этом мы сказали, что вот тот минимум, который у нас здесь формировался, он был единственным, то есть всего вот этого еще не было. И мы сказали, что вот здесь, возможно, да, будет некая коррекция сформирована от этого минимума. И тогда мы уже будем, учитывая текущую ситуацию, да, вот эту коррекцию искать. И также мы сказали, что из прошлого идет у нас вот этот уровень. Почему из прошлого? Потому что здесь у нас тренд уже нисходящий формировался к этому периоду времени, да. А вот тот восходящий тренд, который вот здесь остался, от него тоже у нас вот такая нисходящая коррекция по вот этим максимумам была нами отмечена. Мы ее оставили, сказали, что если уровень этот будет пробиваться, то это тоже будет формирование точки входа. Для тех, кто только первый раз в нашем обзоре, повторю, да, скажу, что мы рассматриваем именно трендовую модель на основе недельного тренда, то есть у нас есть скользящая средняя на часовом с периодом 120, это среднее значение за неделю, 120 часов, то есть, и среднее значение за 24 часа на часовом, это сутки, торговые сутки. На 5-минутном графике мы просто смотрим детальную ситуацию, чтобы изо дня в день у нас появлялась новая картина, и нам было что анализировать. И вот здесь на 5-минутном графике тоже отображаются эти средние, вот желтая, это у нас 120 часов на 5-минутном, это 1440, соответственно, 5-минуток. И вот мы видим тренды, то есть средняя у нас показывает основное направление движения цены, то есть мы относительно нее фильтруем тренд. И вот посмотрим, как вот эта коррекция у нас по отношению к этому тренду себя повела, да? То есть вот цена уходит пока в моменте ниже средней. Вот эта линия у нас остается, мы ее вот так вот протягиваем. Обратите внимание, что происходило. Вот здесь цена тоже отскочила от этого уровня, пошла ниже, ну то есть вот вокруг средней она гуляет, цена, и потом пробивает вот этот уровень все-таки и уходит наверх. Тут, как вы помните, я делаю акцент на разных возможных ситуациях трейдерских с точки зрения психологии. И вот как раз вчера или позавчера, я уж не помню, но у нас был хороший вопрос о том, как видит картину трейдер, который только что пришел на рынок. Да? И вот здесь специально разберу две возможные ситуации, в которые, может быть, вы попадали, может быть, вы попадете в такие ситуации. Да? То есть то, что потенциально может быть. Значит, первое, что я подчеркиваю, если, например, трейдер вот эту линию нарисовал как я сейчас, да, вот по максимуму, то есть в зависимости от того, как нарисована эта линия, видите, тут же у нас тоже присутствуют некие максимумы. Можно там чуть ниже вот так нарисовать, можно чуть выше. То есть есть некий субъективизм в построении этой линии. Так вот, в зависимости от того, как мы эту линию построили, чуть выше, чуть ниже, у нас так и сигнал будет приходить. То есть, в принципе, если человек построил линию вот так, как у меня сейчас, да, то вот здесь мы хвостиком кольнули, пробоя-то не было, да, и мы не зашли. С другой стороны, вот здесь у нас этот пробой наступил, вот средняя закрылась. Это точка входа со стопом у нас за тем минимумом, который был сформирован перед тем, как мы пришли к этой линии. Здесь получается достаточно большой стоп, да, у нас, вон наш, 700 пунктов, даже чуть больше, да.
Ну вот, тем не менее, такой большой стоп получается, ну что делать? Либо мы прячем стоп за среднюю. И вот разбираем как раз несколько трейдерских ситуаций. То есть первое, что вот мы нарисовали линию вот так и зашли. Если трейдер поставил стоп-лосс за минимум, то есть тут тоже есть вариативность, да, то его вот здесь не выбило по стоп-лоссу. Да? Если трейдер поставил стоп за среднюю, то вот здесь его выбило. Когда цена снова поднимается выше, вот здесь осуществляется повторный вход. Это вот первый сценарий развития событий. Второй сценарий развития событий, что трейдер эту линию мог нарисовать так, что она у него, к примеру, была еще ниже, но вот каким-то вот таким образом. Я специально сейчас, да, вот такие вариации ставлю, потому что у вас они могут возникнуть сейчас или в будущем, на этой валютной паре или на другой, не суть, да. То есть вот у нас вот такая была картина, и вполне возможно, что у кого-то пробитие вот здесь произошло, да, тогда то же самое, то есть в зависимости от входа, вернее от стопа, то есть за линией, вот здесь под минимум, либо за линию, тоже вот стоп-лосс сработал либо здесь, либо не сработал, если он ставился вот здесь. Ну и точно так же вот здесь возникает повторный вход, причем здесь даже вход ниже, видите, когда там вот закрылись. Ну то есть вы видите, да, что стратегические ситуации у нас, ну, повторяется, даже если входы немножечко разные. Это тоже достаточно важный момент, в связи с чем? В связи с тем, что если мы с вами правильно встаем по тренду, да, то есть у нас есть тренд, и тренды движения хорошие, то, как правило, вы все равно в рынок зайдете, плюс-минус там несколько пунктов может быть, стоп-лосс у вас может быть где-то будет чуть ближе, чуть дальше, но в любом случае, если тренд разовьется, то вы трендовое движение не пропустите. Если же рынок волатильный, боковой, то он собьет стоп-лоссы, даже если вы очень точно и зайдете, да, то есть здесь получается, что в любом случае, либо вот тут человек зашел, и если он стоп поставил за среднюю, его в любом случае сорвало. А если не за среднюю, то опять-таки неважно, где он зашел, там раньше или позже, его не сорвало. То есть как бы стратегические такие моменты тоже очень важны. Иногда трейдеры, знаете, начинают мельчить. То есть вот смотрят там, допустим, вот если пересечение MACD наступило, и я не зашел, то что же мне делать, я вот потом зайду на 5 пунктов позже. И вот понимаете, идея такая, что если ваша стратегия зависит от этих 5 пунктов, то эту стратегию нужно менять, корректировать. Да? То есть итоговая глобальная прибыльность стратегии не должна зависеть от вот таких вещей, как, например, чуть позже или чуть раньше пробили уровень, то есть стратегически. Ну, я думаю, если вы с этим сталкивались, вы понимаете, о чем я говорю. Если не сталкивались, тогда еще столкнетесь, а может быть и вас вообще это мимо пройдет. Да? То есть вот мельчить, потому что я знаю тоже, в свое время тоже сам на этом заморачивался. То есть там смотрю, вот средняя пересекла, там одна средняя, другую среднюю. Вот если я не зашел на этой свечке, я прям переживал. Но вы поймите, что там плюс-минус одна свечка стратегически не должно быть супер глобальной разницы в итоговом результате на длительном промежутке времени. Так вот, что у нас дальше здесь происходит? Эта линия пробивается, дальше цена начинает гулять в боковике, да, выше нашей средней. Вот здесь формирует уровень поддержки, очень хороший. Вот эту линию я сейчас вот здесь оставлю. И вот тут отмечу поддержку. Вот смотрите, как помните, по фунту у нас была, по иене была. Раз, два, три. Очень четкая. Вот здесь у нас сформировался наш уровень. Очень четкая наша картина по коррекции, которую сейчас, к сожалению, скорее всего, нивелирует. Да? То есть она будет, ну хотя, не знаю, посмотрим, то есть сейчас рынок нарисует. Да? Вот абсолютно наш четкий сигнал, цены выше средней, тренд восходящий, снизу поддержка горизонтальная, это очень хорошо. Цен максимум понижается, то есть наступает такая ситуация, как мы говорим, пружина, да, которая вырвется наверх, ну, если тренд продолжится, да. Если пройдет вниз, тогда, значит, мы заходить не будем. Вот здесь осуществляется этот пробой, это есть формирование точки входа. Стоп-лосс за минимум, вот у нас получается стоп-лосс 160 пунктов, цена уходит наверх на 400 пунктов, то есть, в принципе, уже хорошее соотношение риск-прибыль. Здесь стоп-лосс переносится в безубыток, он срабатывает вот сейчас. То есть вот у нас 160 пунктов, когда цена уходит там 320-350 пунктов, переносим стоп-лосс в безубыток, ждем
дальнейшего развития тренда. Ну, тут тоже зависит по-разному, трейдеры делают. Есть трейдеры, которые, например, закрывают половину позиции, а вторую половину оставляют. Да, то есть стоп-лосс ставят без убыток и дальше оставляют. Либо закрывают треть позиции, то есть чтобы хоть что-то взять. Да? Но, тем не менее, суть какая, что вот здесь зашли, стоп-лосс вот здесь, цена уходит, стоп-лосс без убыток, и вот сейчас его выбивает. А вот у меня, какая позиция была у меня, ну, сейчас пока ее не выбил, он, скорее всего, сейчас тоже выбит, но там, в принципе, так. А, ну да, вот, собственно говоря, я вот стоп поставил вот за, ну, он у меня чуть-чуть ниже вот этого уровня. Вот чуть-чуть ниже этого уровня, вот, это, вот этой поддержки, да, то есть, в принципе, вот сейчас здесь у меня... Вот он, скорее всего, сработает. Но, в принципе, это уровень без убытка практически. Почему? Потому что я вот здесь заходил, на этот пробой. И когда стоп-лосс ставил вот под этот минимум, и когда цена вот эту поддержку нарисовала, ну, вот эту горизонтальную, да, вот этот раз, два, три. То есть вот сегодня утром я пришел, открываю график, да, вижу, что цена уходит вот сюда наверх, и я стоп-лосс переставил под вот этот минимум. Ну вот, вот сейчас вот он сработал, вот только что. Ну, то есть это другой досчет, здесь мы анализ проводим, но вот я знаю, что он сработал здесь. Ну вот, такая небольшая убыточная сделка получилась. Так, это евро-доллар. Да, если говорить о текущей ситуации, сейчас, видите, мы приходим к средней, то есть у нас обнуляется тренд, и вот здесь... Есть максимум, то есть дальше нужно ну, фактически ждать развития событий, то есть что вот здесь евро-доллар нарисует. То есть опять-таки выждать некую коррекцию, которая у нас будет появляться, понижающийся максимум. Либо если он идет ниже нашей средней, будем там ждать понижающиеся, повышающиеся минимумы. То есть в общем по евро-доллару сейчас период неопределенности. Все, что здесь могло произойти и произошло, это вот, вот здесь вход на пробой. И вот этот уход. И в зависимости вот уже политики трейдера, да, вот кто-то взял какую-то маленькую прибыль, кто-то не взял, кто-то остопился там и так далее. Фунт дальше. Значит, очень интересная картина тоже. Но вчера мы сказали, да, что есть вот такой вот уровень. Ну, вот, вернее, несколько уровней пробиваются. Потом вот этот уровень мы отметили. Да, давайте 10.30 сейчас отмечу. Значит, у нас так 6.10.30. Вот. А, ну вот здесь как раз мы и находились вот у этого уровня. Вот, ситуация была вот такая, что мы нарисовали вот эту поддержку. Вот, минимум раз, минимум два. И вот как раз мы, по-моему, да, вот в 10.45 там где-то беседовали, вот эта ситуация у нас была. То есть вот здесь у нас сформировалась точка входа, мы сказали, стоп-лосс за максимум. Далее, в зависимости от того, как двигали стоп-лосс, возможно, он сработал, да, ну, то есть, если быстро перенесли стоп без убыток, то есть, вот цена уходит вниз, да, и мы быстренько стоп без убыток переставили, то вот здесь его кольнуло, да. Если стоп-лосс не переставляли в без убыток, то, в принципе, здесь очень хорошо движение пошло вниз, и мы потенциально могли получить 1300 пунктов, то есть, рынок давал 1300 пунктов при стоп-лоссе, там порядка 200 пунктов. Это великолепная сделка, то есть вот фунт как раз здесь на падении, в общем-то, и нарисовал нам эту сделку. Так, вижу вопрос в чате. Андрей, у Магды какие параметры? MACD стандартный, 12.24.9. Он нам здесь пока сейчас не нужен, мы пока графику смотрим, он нам нужен для подтверждения максимумов. Можете брать 12.26.9, я просто 24 беру, потому что с часового они тянутся, как 24 часа торговой сессии. То есть можете брать классику, без вопросов тут никаких отличий практически не будет. Так что вот здесь по фунту вот это очень хорошая потенциальная сделка, да, то есть 1000 пунктов прибыли потенциальный и стоп-лосс 200 пунктов. После этого, правда, фунт разворачивается и резко отскакивает. Видите, у нас на 4, обратно, да, на 1400 пунктов. И дальше вырисовывает вот такую ситуацию. Напомню, что тренд-то у нас глобально нисходящий пока, да, по фунту. И вот сегодня у нас вот буквально перед тем, как я вот пошел на лекцию, ну вот на наше вот это мероприятие, вот такая ситуация сформировалась. Смотрите, вот минимум, вот минимум, и вот у нас уровень. Вот.
Здесь максимумы понижаются. Ну, то есть мы по ним вход никакой, естественно, не делаем, но они просто нам показывают, что динамика все-таки понижающихся максимумов идет, то есть тренд намеревается двигаться вниз. И вот сейчас что произошло? Как раз вот в 10.00, вот пробитие этой линии, видите, вот здесь, пробитие этой линии, это сигнал на вход в шорт со стопом вот здесь, за максимум. Стоп получается большой, видите, 500 пунктов. Ну что делать? То есть это вот у нас сейчас 500 пунктов потенциал прибыли, то есть чисто теоретически какие-то трейдеры вот сейчас уже стоп-лосс без убыток ставят. Либо там закрывают часть позиции, а остальное оставляют в безубытке. А это вот сделка по фунту как раз осуществляется у нас заход потенциальный, да? То есть кто-то, кто вот в 10 утра отслеживал, тот зашел. У меня вот здесь сделка сработала. То есть вот сейчас здесь получается по фунту открытая позиция. Ну вот сейчас закончу. Надо будет передвигать стоп-лоссик. Ну, посмотрим там, либо в безубыток, либо, может быть, за линию спрячу. Ну, если, конечно, пока у нас идет мероприятие, вот сюда все не вернется, да. Или там вообще наверх не пойдет. Ну, не думаю, что за 15 минут это произойдет. Так, фунт. Если говорить о текущей ситуации, в общем-то, все. Мы уже идем в сделку, и просто есть голый минимум. То есть, если вот в этой сделке, вот в этой трейдер не зашел, то только выжидать приходится. То есть все уже, может быть, отсюда минимум сформируется. То есть нужно ждать новую коррекцию, чтобы заходить в шорт. Так, это фунт. Дальше иена. Иена у нас вообще прекраснейший тренд показывает. Вот обратите внимание, уже те, кто постоянно на обзоры ходит, вы уже всю эту картину, я думаю, давно уяснили, как мы с ней работаем. Вот смотрите, вот у нас тренд. Прекрасный восходящий тренд вот здесь был. Помните, буквально вот кажется, там, условно говоря, несколько дней назад мы с вами вот здесь по иене очень долго обсуждаем восходящий тренд. Вот тут у нас сделки прибыльные на нем возникают, да, где-то там убыточные, может быть, даже. Вот. Потом этот восходящий тренд заканчивается, цена вот здесь пробивает среднюю. И посмотрите, вот ровно настолько же, насколько вот здесь мы хорошо так на восходящем тренде зарабатывали. Посмотрите, как тренд у нас нисходящим стал. Причем, если наверх мы двигались, там у нас общая сумма движения 1600 пунктов, то вниз уже от средней мы на 4300 пунктов ушли. То есть вот таким вот образом цена спокойно из состояния выше средней, то есть восходящего тренда, спокойно переходит в нисходящий тренд. И обратите внимание, что если вдруг вы зацепились психологически вот за этот тренд восходящий, или, не дай бог, вы там открыли без стоп-лоссов лонги, то сейчас можно очень надолго зависнуть в ожидании. Как, знаете, как обычно бывает, трейдер не закроет лонг и ждет, пока цена вернется. И вот здесь она уже 4000 пунктов вниз прошла, и непонятно, вернется или нет, уже и маржин-колл можно схватить. Вот. То есть здесь получается, видите, как важно вот в трендовой торговле, как вот по нашей стратегии модели, да, переключаться. Вот только восходящий тренд перешел в нисходящий, все, забыли про то, что был восходящий, забыли про все его сладкие прибыли и радости, или там убыточные сделки, какие-то сожаления. Все, что на нем могли заработать, заработали, не заработали, ничего страшного. Вот новый тренд, пожалуйста. Причем огромнейший, да, такой глобальный. Даже учитывая, что мы недельку смотрим, ну то есть недельный тренд, да, это посмотрите, какой длительный уже тренд. Что здесь из текущих наших ситуаций? Ну, вот только сформировалась вот здесь у нас наша картина. Тут, когда мы, да, вот когда здесь шло все вниз, да, вот тут данные выходили и так далее, то есть здесь мы с вами проводили анализ, да, вот говорили о том, что у нас не так много точек входа, то есть вот здесь у нас был уровень. И вот сейчас к текущему, что тут мы могли в качестве уровня нарисовать. Здесь у нас были только вот эти уровни, то есть вот коррекция, да. И вот сейчас, в принципе, даже не за что зацепиться. То есть если вы как трейдер, условно говоря, вот эти уровни не рисуете, ну, то есть вот по нашей модели коррекционные, да, то тут, в общем-то, других уровней больше-то и не было. То есть вот сейчас то же самое, вот есть просто голый минимум. Вот как здесь поймать сигнал на вход в тренд?
Я понимаю, что это страшно уже делать, там 4000 пунктов вниз прошли, но все равно тренд развивается. То есть вот такие какие-то ситуации нужно ожидать, что будет вот такая картинка, и тогда уже будет формироваться сигнал на вход. То есть, скажем так, одна из особенностей больших, хороших трендов заключается в том, что когда они развиваются настолько сильно и быстро, что, в общем-то, можно и пропустить движение, да, поэтому на тренде обязательно вот нужно вот эти коррекции наши, которые мы с вами отслеживаем, смотреть, да, и ориентироваться на них. Также про горизонтальный уровень не забывать. Кстати говоря, вот здесь мы, вот эту коррекцию мы даже, по-моему, как горизонтальный уровень отмечали, да. То есть здесь она у нас больше горизонтальная, даже чем наклонная. Помните, мы сказали, что настолько у нас идет рынок сильно в тренд, что он даже наклонной коррекции не рисует. Только вот здесь вот она похожа на наклонную, да, то есть вот хотя бы чуть-чуть наклончик, да. Кстати говоря, это тоже можете использовать как сигнал, что если вот таких наклонных коррекций нет, то есть если только горизонтальные уровни, вот такие четкие, да, то это тоже сигнал к тому, что рынок очень силен именно в тренде, то есть он даже максимумы не повышает, он держит их на одном уровне и потом еще ниже, ниже, ниже. Так что по E, вот сейчас, видите, все продолжается вниз, вон, обновление минимумов, то есть тут только вот, если вы зашли, то вы сидите в прибыли и по другим валютным парам, может, вообще даже ничего не делаете, потому что у вас вот здесь там, прибыль накапливается, да, если вы по тренду хорошо стоите. Вот, поэтому иена только выжидать, если входа не было по тем вот сигналам, которые показал. Франк ушел ниже средней. Из у франка только вот эта линия у нас оставалась. Помните, мы вот нарисовали, что когда франк у нас загулял вот здесь выше средней, так, 10.30, вот, пришел к средней, да, мы сказали, тренд обнулился, нужно выжидать, и вот эту с вами линию нарисовали. Вот она тянется, как мы говорим, из прошлого, да, то есть тренд уже сменился, но линия все-таки у нас присутствует. Вот здесь она пробивается, вот, здесь осуществляется сделка на sell, то есть на продажу, да, чтобы заработать на падении. Стоп-лосс либо над вот этим максимумом, либо за средний, в зависимости от вашей терпимости к риску, да, и ожидания прибыли. Ну и дальше вот движение развивается в таком, опять-таки, боковичке, не как по евро, да, то есть тут вот, обратите внимание, хоть валюты и зеркальные, ну, не всегда, но есть такое. Вот, кстати, обратите внимание, кольнуло, стоп-лосс выбило и отскакивает, да. Вот тоже неприятные такие моменты, но что делать. Вот, то есть здесь получается, мы вот пробивали линию, вернулись, да, ну то есть ушли наверх, потом пришли вниз, дотянулись до стопа, а по франку такого не было. То есть получается, что вот здесь, вот у нас тоже ситуация такая реверсивная, аналогичная, только как зеркало. То есть вот линия из прошлого, вход, да, стоп-лосс в безубыток. И либо если за уровень, то это получается вот здесь. Ну и пока вот не дотянулось. То есть по франку, если аналогичные зеркальные сделки делаете, есть шанс, что вы сохранили эту сделку. Но если говорить о текущем моменте, тоже выжидаем. Видите, получается, что просто есть минимум, и дальше вот ждать нужно. Так, канадец. Канадец у нас пришел к средний, да, то есть получается, что вот здесь мы с вами максимум рисовали, так, 10.30 это у нас, да, вот здесь мы находились, то есть здесь вот была, возможно, сделка, ну, как, возможно, имеется в виду, что она была с точки зрения формирования, вот, и она закончилась стоп-лоссом, то есть это вот как раз та ситуация, когда канадец не пошел в тренд, то есть здесь у нас вход, стоп-лосс за минимум, и вот, получается, что она буквально, ну, либо здесь, там, либо если чуть пониже, то вот здесь на возврате выбивает этот стоп-лосс. То есть это вот такая отрицательная сделка. Это тоже будет. Я эти сделки всегда буду показывать. То есть я здесь, как говорится, не скрываю, не говорю о том, что вот, ребята, смотрите, мы только зарабатываем. Будут убыточные сделки. Я вам статистику показывал за март. Пока мы ищем тренд, сделок убыточных может быть достаточно много. Главное, чтобы убыток был маленький, а потом на тренде мы зарабатывали. Сейчас мы у средней. Значит, здесь у нас вот этот минимум. Тоже нужно ждать формирования, да?
И сверху только вот тут немножечко, да, вот мы чуть-чуть выше средней ушли. То есть, в общем, тоже ситуация неопределенности. Тут уже ждите по нашей модели просто какие будут движения. То есть тут приходится выжидать. Модельку, как говорится, вы уже поняли, но дальше вот исследуйте рынок. Так. Австралиец у нас вот 10.30. Где у нас были 16? Вот здесь. Тоже смотрите. Вот линия наша, формирование точки входа. И вот уходит все-таки наверх стоп-лосс. То есть здесь тоже у нас отрицательная сделка. Сейчас пришли к средней. Расширяющаяся формация. То есть это неприятные вещи. Да, вот у нас здесь идет. И вот здесь расширение. То есть нам приходится тоже выжидать. Вот есть максимум, и как себя цена поведет. То есть она коррекцию здесь нарисует. То есть внизу под средний нам нужен сигнал в виде коррекции, чтобы мы могли войти вниз. Здесь нужна коррекция, чтобы зайти наверх. То есть тоже выжидательная позиция. Новозеландец. Тренд был нисходящий определенное количество времени, да? Вот здесь, так, сейчас. Вот здесь у нас формировалась сделочка с маленьким стоп-лоссом 130 пунктов, потенциалом прибыли там порядка 300. Ну, здесь тоже в зависимости от того, как риск-менеджмент контролируете, ну, скорее всего, это без убыток, либо там небольшая прибыль. То есть вот стоп-лосс 150, на 300 уходит, стоп-лосс без убыток, его либо вот здесь выбивает, либо там часть прибыли зафиксировали, вторую часть без убыток. То есть такая тоже сделочка не очень у нас прибыльная, да. Дальше. Пришли к средней, видите, тренд обнулили, пошли наверх, пошли вниз. То есть тренд формируется, возможно будет, да, развиваться нисходящий тренд. Из линий каких-то коррекционных, да, мы можем только вот отметить подобную картину. То есть вот у нас есть вот этот минимум. Вот этот минимум. Тут в зависимости от того, опять-таки, вот как утром, да, пока, ну, как в начале обзора, в зависимости от того, как линию нарисовали, вы либо в позиции, либо нет. То есть если там вот так рисуете линию, хотя здесь тоже, наверное, в любом случае в позиции. Да, тут линия трендовая в любом случае была пересечена. И вот здесь возник сигнал на вход. То есть вот у нас сигнал на вход. Стоп-лосс, правда, здесь у нас большой, видите, 470. Вот. Ну вот по новозеландцу, да, формируется вот, такая, вот такой сигнал. Если там, не знаю, только сейчас открыли график, то получается, что у вас еще пока линия не пробита, да, то есть, как вот вчера мы говорили, в зависимости от того, когда открываем график, такая будет картинка. И вот здесь тогда будем ожидать пробоя этой линии. Ну, то есть тут вот двоякая ситуация. Но у меня сделки по новозеландцу нету. Вот, потому что, видите, это у нас 10.30. Ну, я так, в принципе, новозеландец, там, редко бывает по нему сделки. Но вот сейчас у нас, видите, обзор, она пробивает, возвращается. Вот я сейчас приду, буду смотреть, она уже отскакивает. То есть уже эту сделку я пропустил бы, потому что на рынок позже пришел. Так, доллар-рубль пришел к средней. Тренд обнуляется, то есть фактически, видите, вокруг средний загулял. И, в общем-то, нужно ждать тоже формирования каких-то будущих движений, коррекций, чтобы заходить. То есть у нас сейчас, резюмирую, да, получается ситуация итоговая следующая. Евро-доллар выжидаем, если сейчас пришли на рынок. Ну, либо как, если вот как у меня, допустим, вот здесь заходили стоп-лосс, еще не передвигали под минимум, значит, пока в рынке, да, небольшая прибыль у вас. Либо, если просто как сейчас вот только открыли график, да, то выжидаем коррекцию, чтобы, ой, чтобы можно было заходить. Так, сейчас сделаем. Раз. Дальше фунт. Фунт, вход осуществился буквально недавно. Сейчас вот нужно управлять позицией. Видите, тут есть тоже определенное движение вниз на 500 пунктов, потом наверх. Ну, то есть вот нужно сейчас перед минутами стопик будет. А если вы только что пришли на рынок, то тоже выжидаем. И по иене огромный тренд. Хороший, прибыльный, в зависимости от того, где заходили. То есть либо в тренде находитесь, да, либо сейчас просто выжидаем коррекцию,
чтобы заходить в будущем. То есть иена, если по евро-доллару, там, по другим валютным парам, типа там канадца, выжидаем, чтобы только заходить, то в иене выжидаем либо потому, что держим позиции, либо для того, чтобы по тренду тоже некий сигнал сформировался. Ну, такая средняя у нас, в общем-то, ситуация. То есть есть какие-то сделки, но не очень их много. Есть у меня тоже определенное стремление расширить нашу систему, поэтому я думаю, знаете, как сделаем? То есть по этой стратегии те, кто, ну, то есть постоянно у нас ходит наш аналитический обзор, я думаю, вы уже в курсе того, что происходит. Я буду расширять немножечко наши стратегии. Если есть какие-то вопросы, то сейчас задавайте в чат. Я пока вам расскажу о некоторых будущих планах. Хочу добавить еще неких трендовых моделей. Посмотрю, какие взять, чтобы там было не так сложно, попроще, чтобы было для понимания. И чтобы можно было на обзоре их рассматривать. То есть, если мы сейчас с вами наши валютные пары анализируем только по одной трендовой модели, помните, я сказал, что в торговле используют несколько моделей, то есть это всегда портфель стратегий, то вот сейчас хочу добавить другие модели. В частности, знаете, что возможно вот завтра, ну или послезавтра, даже, скорее всего, может, послезавтра, я хочу показать вам модель трех экранов Элдера. Ну, тоже наверняка читали книжки Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже», «Трейдинг с доктором Элдером». У него классическая модель трех экранов. Это классическая трендовая модель. Он просто назвал ее «Система трех экранов». Как бы за ним, так сказать, числится это название. Но, в принципе, идея там как раз трендовой стратегии, трендовой модели. Такая абсолютная классика трендовой торговли. Вот я думаю, тоже разберем тогда эту его модель и будем к ней возвращаться, то есть смотреть, каким образом по ней работать. Мы возьмем там ее не в голом виде, она у него немножко там замороченная с третьим экраном. Там первые два он четко расписал, третий там он тоже в зависимости от ситуации. То есть мы возьмем основное ядро, объясню, тоже буду показывать, смотреть, может быть, вам будет полезно. Ну и там в последующих обзорах тоже будут добавлять трендовые индикаторы, трендовые модели, и в какой-то момент мы уже будем анализировать рынок, исходя не из одной модели, да, вот как у нас сейчас, а будем рассматривать 3-4 модели. Я думаю, это будет интересно, полезно и прибыльно, самое главное, конечно. Ну, вот такая ситуация. Вопрос. Вы по кроссам торгуете? Ну, по кроссам тоже редко сделки делаю. То есть вот основных валютных пар хватает пока с точки зрения анализа и сделок. Но в принципе, если по кроссам есть какие-то хорошие ситуации, то да, то можно зайти, но это бывает не так часто. Кроссы, да, обращайте на них внимание, очень, в принципе, интересные валюты, там фунт, иена, бывает такой тренд зарядит, что можно очень хорошую прибыль заработать на одном только трендовом движении. То есть, в принципе, кросс-курсы, так скажем, которые, вот давайте посмотрим, да, то есть те кросс-курсы, которые не являются экзотическими, ну, я имею в виду там не какой-нибудь жесткач вы берете там из серии мексиканского песо там, вот. А вот как, например, фунт иена, вот сейчас обратите внимание, да, вот фунт иена. Если, например, так, вот смотрите, если доллар иена сейчас в тренде прошла у нас 4200 пунктов, в тренде находится, да, то фунт иена 8300 пунктов, да, то есть в принципе здесь можно очень так интересно, да, себя чувствовать, если вы хорошо встали в тренд. А плюс, знаете, для чего еще кросс-курсы? Ну, вы такой широкий прям вопрос задали, даже интересно, может быть, давайте на следующих аналитических обзорах осветим эту тему. А кросс-курсы, знаете, чем хороши? Например, когда у вас нету сигналов, по, вот, ну или не успели, к примеру, по фунту не успели, или по иене не успели, а по фунту иене, например, сформировалась позиция, да, ну, сигнал, и вы четко в него заходите. Это вот тоже использование хорошее. Либо, знаете, как бывает, что вот эти кросс-курсы, они дают некие опережающие сигналы. Вот. Поэтому, безусловно, обращайте на них внимание. Может, кстати, популярно я тоже возьму. Вот, кстати, тут видите, учитывая те движения, которые происходят, там 8300 пунктов. Вот вы этот тренд возьмете, заработаете себе прибыль там, на
полгода вперед там на Бентлисе заработаете, и все, и будете отдыхать там ближайший квартал, чтобы отдохнуть от рынка психологически, да, вот, то есть здесь есть хорошие точки, к примеру, как вот здесь, да, вот, допустим, вы смотрите, по иене там не формируется сигнал, вот по нашей модельке, да, а вдруг по фунту иене, там вот вы смотрите отдельно иену, отдельно фунт, да, там что-то не очень картина, а вот фунт иена, к примеру, вот четкую такую коррекцию дает, прямо вот как в учебнике, вот посмотрите, да, вот, и вы заходите, и вот она вот здесь держится, а вы видите, что иена у вас в тренде, фунт в тренде, и вот вы стоите в этой позиции 3200 пунктов и хорошо себя чувствуете, да, или вот здесь, например, обратите внимание, вот коррекционное движение, да. Когда вот такие идеальные коррекции возникают, то можно, в принципе, зайти, да, вот 4-5 раз, стоп минимальный 200 пунктов, сразу раз, 3000 пунктов вниз. Вот когда вот такие ситуации видите, то, конечно, или вот здесь, например, тоже вот там, ну, тут не очень, конечно, четко, но вот здесь вот, да, очень четкий уровень, вот здесь хороший уровень. То есть самое главное понимать трендовые модели, а дальше хоть кросс-курсы, но только в экзотику не лезьте, самое главное, вот там, во все эти тугрики зимбабвийские. Так, ну такая картина. Вопрос, делаете ли свечной анализ перед входом или не обращаете на свечу внимания? Нет, если говорить об анализе японских свечей, именно с точки зрения классики, нет, не смотрю. То есть мне важна структура движений, именно свечные комбинации не анализирую. Это не моя специфика, их не смотрю. Так, правильно, желательно с точки зрения нескольких стратегий. Да, будем брать несколько стратегий, я понял, что это интересно, в общем-то, это полезно и нужно, и будем это делать. Что ж, коллеги, я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие было для вас полезно. Как я и говорил, в будущем добавим еще трендовые модели. Вот в ближайшее время, скорее всего, послезавтра, ну, может быть, в понедельник, в крайнем случае, мы с вами рассмотрим систему трех экранов Элдера. Это классика трендовой торговли. И буду в будущем тоже показывать различные трендовые индикаторы интересные. Будем рассматривать другие трендовые модели. То есть в какой-то момент наш аналитический обзор будет уже не по одной трендовой модели анализировать движение валюты, а по 3-4, может быть, 5. Ну, главное, чтобы времени хватало. Что ж, коллеги, на этом закончим. Желаю вам хорошего прибыльного трейдинга. До новых встреч, до завтра. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока.